Серебро? Позолоте. Серебро в позолоте. А для чего используется это? Грин по 700 такие, угу, разные, по 600, по 500 разные. Не, не показывал. Открывается тут как-то, да? Выставлен он на Виолете, нет? Нет, не выставлен. Вот видите, ребята, насколько прикольно приехать в магазин, здесь посмотреть, подержать. И то, что даже не выставлено нигде, у вас возможности купить нет. Привет всем зрителям и подписчикам канала «Фартовый коллекционер». Спасибо, что поддерживаете видео лайками. У нас почти 50 тысяч. Надеюсь, в этом году будет цифра 50. И напоминаю, что в этом видео проходит конкурс на серебряную монету, либо на гривну 1995 года. На этой неделе я проведу уже розыгрыш, так что успейте перейти в этот ролик, написать комментарий, выполнить все условия и поучаствовать. Так что подарки очень крутые, там и денежный на счет, и серебряная монета, либо гривна 95-го года, и, конечно, монета 10 гривен. А, друзья, в этом видео я покажу вам антикварный магазин с разными интересными предметами, серебряными, старинными. Так что, если тема эта интересна, продолжайте смотреть. И хочу сказать отдельное спасибо всем тем, кто перешел по ссылочке в прошлом видео на социальную сеть «Коллекционер», поддержал, зарегистрировался. Я потихоньку начинаю разбираться с этой социальной сетью. Вижу, что очень много людей перешло по ссылочке и зарегистрировалось. Здорово, ребята, давайте развивать, поддерживать наш украинский проект. Возможно, я буду выкладывать туда какие-то видео, если тема эта интересна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вам хотелось увидеть именно здесь. В этой социальной сети можно пообщаться с коллекционерами, познакомиться с кем-то новым, задать вопросы мне или другим участникам разных групп, вступать в группы и общаться на тему монет. Также можно зарабатывать, продавая свои монеты. Ссылочку я оставлю в описании. Если вам это интересно, переходите, обязательно регистрируйтесь. Ну что, переходим к антикварной лавке. Смотрите дальше. А такие серебряные попадались себе? Прям бокалы. Ну, напарники попадались. Ага. Класс. Вон они у него стоят. Сколько? 4 штуки, да? А почем такие? Сколько сейчас стоят? 1000 гривен. 1000 гривен за все. Набор, да, да. Класс. Посмотрите. Ну, я прям не знаю. Так, а что тут еще у тебя? Ложечка. Это все серебряные или по серебряные? Нет, серебряные. Ага, серебряные. Есть серебряные. Вот эти? Нет. А или вот большие такие? Отдельно. Спрятаны в сейфе. Да. О, еще вот такие ложечки, приборы, гляньте. Фарфор. Так, ну, супер. Что сейчас в тренде? Что это сейчас? Елочные игрушки брать? Смотри, так упаковал. Супер, ты как отправлять меня на этот? И ну, супер цену для меня ее разделал, так что вообще я очень доволен. Сейчас прикуплю. Как там картины? Распродались все? Вот тут чуть-чуть осталось. Осталось несколько штучек. Вот это осталось, но из них уже две купленные. А какие... вообще класс, ребят. Очень мне нравятся такие пейзажики. И вы видели у меня на столе, как у меня стоят. Специальная подставочка. Просто это кайф. Я очень доволен покупкой. И можно даже через лупу смотрел, какое качество этих рисунков, этих написанных картин. Короче, кайфовое. Так, что у тебя новенького? Может, что-то есть, что можно показать? Еще такого появилось интересного? Так. Да, ну, интересно, особо так как бы такого нету, чтобы прям... Ну, вот то, что новенькое, может, что-то недавно принесли. Вот эти Деда Морозы лежат, стоят. Угу. Хотя что-то есть такое. Ну, гляньте. Такие вот серебряные приносят. Ух ты. Да, я люблю серебро, золото. Мне нравится. Смотри, какие. Это... Есть вот такие вот вещи. Что они такие легкие прям. Это тут оно... Тут серебра-то и тютю. Внутри пустотел, конечно. Ага. Да. А для чего используется это? Я думаю, сырное, скорее всего. Накалывать сыр и отрезать. Или нет? Так, вот есть еще набор. Это, таких. Ну, ребята, пишите, как думаете, для чего? Ложечко, такое масло намазывать. Пускай угадают твои эти подписчики. И что это такое? Нет, ну да. Ага, для напишите. Нож для напишите. Чего? Я думаю, для масла намазывать. Или там икру какую-нибудь. Этот, думаю, для чего? Пускай подписчикам задание будет такое. Это. Если им интересно, пускай задание. Ну, точно для тортика. И шо, а вот эта серебряная штуковина? Да. Ух ты, тут даже... Ну, это подписная, она вообще не очень, как бы... Считается, ну, да? Да. Ну, смотря кому и за что
44-й год, давнюшная, слушай. А сколько такая стоит? То есть по весу она плюс какой-то процент, да? По весу сколько она затягивает на серебро? Сейчас почем? Да, грин по 20 серебро. Это же не то, что там считается. Это же не на грамм ты его продаешь. Ну, не знаю, мне предлагали на грамм. Или как изделие. Ага, сориентируй, пожалуйста, хоть какая вилка цен. Там 1000 гривен, там 500 гривен, 2000 гривен. Грин по 700 такие угу. разные, по 600, по 500 разные. Можно О, найти, может быть, и по 400. Какая ложка, офигеть, боже мой. Если это... А какая проба здесь на них? 84-я, это царская проба серебра. А это царские ложки? Да, да. А сколько такая? А ложку можно отдельно одну купить? Или ты только комплектом? Ну, вот этот, как хочу комплектом. Ага. Ну, если тебе нужна раз, ложка, два, я тебе сделаю ложку. 3, 4, 5, 6. Смотри, отсюда? Ну такую сделаю. А, найдешь, это похоже. Наборчик просто, не хочется. Одинаково, я понял. Ну так правильно, да, на самом деле набором даже а поинтереснее. Если тебе нужно, я тебе найду, сделаю. Класс, ребят, вот это сервис, вот это да. Сделаем серебряные ложки, у нас часто бывают. И сейчас немножко подразобрали под Новый год на подарки там. Да, кто чем увлекается? Есть люди увлекаются наперстками серебряными. Есть люди серебряными наперстками увлекаются, вот такого плава. Самали. Флакончик показывал ты для духов? Не показывал. Он открывается тут как-то, да? Это пудреница и флакон для духов. А-а-а. Это два в одном. Смотрите, какая. И что за металл? Серебро, да? Серебро, да. Я сейчас посеребрение бывает. И вот тут откручивается. Да, флакончик откручивается. А сколько такой стоит? Такой 100 долларов стоит. Выставлен он на Виолете, нет? Нет, не выставлен. Вот видите, ребята, насколько прикольно приехать в магазин, здесь посмотреть, подержать. И то, что даже не выставлено здесь, нигде, у вас возможности здесь, купить нет. Вот такие интересные штуковины. Это хрусталь, да? Да, хрусталь. И корница, да? Так, с такой... Солонка. Солонка такая. Ну вот, для чего ты говоришь, она использовалась? Соль. Соль. А она посеребрённая или серебряная? Серебро позолочённое. Ага, серебро. По серебро в позолоте. Так, слушай, класс. А ложечка серебряная? Конечно, тоже серебряная в позолоте. Вот такая тяжеленькая, слушай, приятная. Вот, это что такое? Это икорница. Ага, класс. Тоже серебряная икорница. Вообще красиво выглядит. Блин, я такой бы... Надо и икры, главное, покупать домой, чтобы у тебя была икра. Ну, интересно, тебя... кушали много такое с икры из нее, как ты думаешь? Не знаю, у кого-то она. Сказать, но я думаю, да, это... У тебя же уже есть начало. Да, я показал уже вазу. Или покажу дальше. Вот, это для конфет. Для конфет можно, как говорится, делать. А это что за такое? Для шлем конфет, какой-то, может, да? Для сахара. На голову одеваешь? Это фруктовница. Из этой же серии фруктовница. А какой год это приблизительно? Ну, по году не могу сказать. Ну, типа там 50-е, 60-е, 30-е. Плюс-минус, да, эти года. А может, поэтому можно по клейму как-то посмотреть? Клеймо тут 875-я звезда, если я не ошибаюсь. Надо сейчас посмотреть. А у тебя нет книжечки по клеймам? Сейчас посмотрим. Ну, то ее так и не найти, наверное. Не, оно можешь показать. Так, сейчас не увижу, сейчас я побыстрее. Ну, здесь, наверное, ты не увидишь. Вот она. Так, тут у меня же супертелефон. А-а-а. А ну-ка. А куда смотреть? Вот. Ага, вот, я понял. Да. Опа, есть. 12 айфон, как бы ты видишь. Решает все вопросы. Да, решает да? вопросы, да. Ну, кроме финансовых, когда он стоит до хера. Ну что ж, друзья, вот такая лавка. Обожаю антикварные предметы. Даже в ленте можно люстру такую приобрести. Класс. Все, будем на связи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.